Везде, хорошо? Все, уже нажал? Все, да, я запустил. Можешь кивать руками. После так, Андрюш, не привык, не видя, чё? Это самое, просто ходи так. Я понимаю, от бедра. И вот это, в верхнем ряду, видишь, вот это выбран с волной. Чисто перуанский. Ведь они же не плоские. Ты же видишь, особенно под углом видно сразу, что это выпуклый фасад. Да. Да. Ну, а здесь блоков сколько валяется. То есть, это все тоже гранитное. Перекрытие это было. Вон, смотри. Вот сохранилось перекрытие единым блоком, которое по весу, я думаю, не уступает колоннам. А вот как центрально перекрывали, там же в один блок-то. Да, да, да. Я говорю, чисто перуанская система. А вот угловой камень, видишь, четвертый слой. То есть они не в угол, а наоборот. В какой-то момент вода начала прибывать очень активно. Ну, они... И они это дело бросили. Они, видно, это самое, расчистили и таким образом освободили вот родники. Вот. Они выяснили, что на глубине 90 метров здесь проходит подземная река. Mm-hmm.